Приставы подвели итоги работы за прошедший год на расширенном заседании коллегии. В 2012-м судебными приставами взыскано с должников более 1,5 миллиарда рублей. Сюда входят налоговые платежи и штрафы. В своей работе ведомство не стоит на месте и активно использует современные технологии. В конце 2012 года в управлении успешно прошло апробацию СМС-оповещений должников о наличии у них задолженности. Этот метод работы с должниками уже дал свои результаты. Около 1000 исполнительных производств закончено в связи с погашением задолженности в полном объеме, в размере порядка около 1 миллиона рублей. Взыскание алиментов – одно из важнейших направлений работы приставов. Почти 6500 родителей приступили в прошлом году к выплате долга. Руководство управления ставит довольно жесткие задачи перед своими сотрудниками. Где бы ни находился неплательщик, его необходимо разыскать и напомнить о родительском долге. Необходимо объявлять в розыск, принимать все исчерпывающие меры к установлению его местонахождения, предупреждению, получению объяснений, выяснению причин неуплаты алиментов и, соответственно, при наличии оснований возбуждения уголовных дел. Работу это взять на особый контроль. Сложнее обстоит дело с долгами по зарплате. Взыскать их с предприятий-банкротов практически невозможно. Многомиллионные долги перед работниками у конфетной фабрики «Красная Заря», у спиртзавода «Петровский» и у Лежневского машиностроительного завода. Елена Белова, Сергей Коликов, РТВ Иваново.